Вот Бася лежит со мной в кровати, и уже ему не нравится. Уже не нравится. Бася, все, ничего не знаю. Вот не любит он вот так рядом лежать возле меня. Страх не любит. Нервничает, там хвостом бьет. Бася, не хватает любви. Не хватает. Не хватает тебе любви. Сейчас будет хватать, Бася. Сейчас будет внимание. Будешь лежать, ходить везде со мной. Все. Свобода действий закончена. Все. Не смотри так и не проси ничего. Все, Бася, все. Ты понял? Нет, 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 Бася. Никаких просьб. Нет, все. Сегодня мой день. И только утро. Нет, Бася. Нет, все. Никаких просьб. Нет, даже не думай. Все. Тут сейчас себе ногой продавлю. Все, будешь со мной сейчас лежать. Ну, в общем, мы с Бася будем сейчас спать. Бася сам, ну, то есть ему говорил, что ему там любви не хватает, там, я не знаю, как характеризовать. То есть надо к кошачьему психологу отвести, чтобы понимать, как вот это вот, как вот с этим поступать, как воспитывать вот это вот. Ну все, зрители. Васенька, готовься. Сейчас ты будешь со мной спадки. Мой мальчик любимый. Что такое злое? А я знаешь, какая злая? Или что ты думаешь? Все тебе это будет с рук сходить? Сколько можно, Бася? Сколько ты их уже перегрыз, этих эполовских? А не эполовских? Сколько ты перегрыз? А зарядное к ноутбуку, Бася? Оно стоит бешеных денег. Так что, Бася, все. Нравится тебе, не нравится, все, будем сидеть. Все. Будешь ты у меня наказан. Жестко. Нет, будешь сидеть возле меня. Я спать не буду, но полежу вместе с тобой. Любимый мой, Нюнюку, любимый, зацеловала бы вот эти губы, губы. Нет. Нет. Не нравится? Мне тоже Баська не нравится. Много чего. Нет, Бася, не отпущу. Будешь сильно вырываться, свяжу лапы. Я обещаю. Ай, Боська. Нет, Бася, не хватает внимания тебе. Грыз наушники. Ты думал своей головой? Бася, ты думал или нет? Что? Нет. Нет, я сказала, нет. Лежать рядом и слушаться. Мой день, Бася, мой. Нет, Бася. Ой, Леди, Баську такого злого еще никогда не слышала. Ну, Бася когда-то бывает все в первый раз. Нет, Бася. Что? Нет, Бася. Нет, Бася. Нет. И не проси, Бася, не проси. Бась, утро, я спать хочу. Нет. Ай, ай, Бася. Нет, люблю тебя, нет. Тебе любви не хватает? Не хватает. Любви не хватает. Ах ты, собака такая, убежала. Сейчас я его найду, сейчас я его принесу. Будет у меня лежать здесь, рядом. Рядом любить меня будет. Принесла наушник. Вот перегрызенный. Чтобы Ася понимал, за что его участь здесь. Сидение со мной.
Что, Бася, нет. Сиди, Бася, сиди. Да, Баська, будешь сидеть. И зрители тебе не помогут. Не помогут, Баська, не помогут. Не помогут тебе зрители. Потому что зрители на моей стороне. Ты понял? Зрители на моей стороне. Зрители меня любят, они понимают меня. Да, Баська, все. Что, Бася, не нравится? О приставках мне не нравится. То, что ты перегрызаешь все. На свете перегрызаешь. Бась, ну я не знаю. Ну нету котячего намордника. Ну нету. Но я могу пошить. На заказ. И ты даже, Бася, не покушать у тебя ты не сможешь. Ни водички попить, ничего. Не шерсть почистить. Вам так не кажется, что Вася как что-то думает там с каким-то презрением? Леньте, аж страшно. Бося, ну я просто... Вася, я тебя сейчас чуть-чуть потискаю, зрителям обещаю, и отпускаю. Только за то, что ты меня не обижаешь. Терпишь меня вот это. Я тебя, Вася, тоже терплю, ты знаешь об этом? Ну, только что сказала, что Бася меня не обижает. Он, глядя, наверное, столько нецензурных слов сказал, что ж, это ужасно. Бося. Боська такой злой. Басе просто не нравится. Просто Басю раньше никто не задерживал. Ни муж, ни я. То есть один раз мявкнул, и все. А здесь вот Бася уже вырывается, я не знаю. И Басю никто не отпускает, и Бася не может понять, да Петра, что такое? Ладно, я тебя так не буду мучить, Бася, потому что... Ай, ай. Бася может меня помучить. Баська такой некрасивый. Ну, Бася, ну что, ты не можешь 5 минут посидеть или что? Гляньте уже, все по его, разбалованный какой. Люка такая. Ладно, я посплю. Я, Бася, еще проснусь, вернусь к тебе. И тебе обещаю.